16 декабря 2012 года в павильоне Киевского выставочного центра «Echo International» помериться силами собрались богатыри со всей Украины и разных стран мира. Главным рефери соревнований стал самый сильный человек мира и Украины – Василий Верастюк. Сильнейшие спортсмены страны при поддержке компании «Forex Trend», которая пропагандирует здоровый образ жизни, оказывая финансовую поддержку спортсменам, провели сразу 4 чемпионата, а именно чемпионат Украины в весовых категориях 95 и 110 кг, финал чемпионата Украины в абсолютной весовой категории на определение самого сильного человека страны, а также чемпионат мира в весовой категории 110 кг. Я хотів подякувати Forex Trend за те, що вони підтримують тепер і сподіваємось будуть підтримувати нас надалі. Ми, Федерація стронгмена України, дуже задоволені співпрацею з Forex Trend. З першого упражнення зав'язалася серйозна боротьба. І в чемпіонаті України в весі 95 кг виясняли відношення як опитні богатирі, так і любителі із різних уголків країни. Главный приз – кубок компании Forex Trend – по праву отвоевал Михаил Гамбашидзе. Я очень рад, что я победил в этих соревнованиях. Это как бы первая моя Украина со стронгмена, и сразу победа, чувствую себя великолепно. Ну, хочу, пользуясь случаем, как бы высловить свою вдячность моим тренерам, Конюшку Сергею и Владимиру Рекше. Много они мне помогли в этом. Если бы не они, я бы, наверное, и не выиграл. Я хочу пожелать компании Forex Trend дальнейшего процветания в этой области. Благодарен очень ей, что она поддерживает спортсменов, что она помогает спортсменам. И дальнейшего ей хорошего будущего этой компании. Я думаю, что все спортсмены будут вступать в нее и зарабатывать деньги. Компания Forex Trend – выбор чемпионов. Также нелегкая борьба оказалась и в категории 110 кг, где спортсмены соревновались в 5 дисциплинах. Самым сильным человеком и обладателем кубка компании Forex Trend был признан Виталий Герасимов. Хочу сказать от себя лично и от всех украинских богатырей, это большое спасибо компании Forex Trend, потому что это единственная компания, которая поддерживает молодой силовой спорт. Мы с ними сотрудничаем уже на протяжении 2 лет. Мы очень довольны результатом, потому что им выдавали сертификаты и очень довольны успешностью своих вложений. Ну а что самое главное, мне нравится, что Forex Trend выбирает только лучшее, понимаете, и что мы чемпионы, Forex Trend чемпионов, поэтому будем добиваться побед вместе. Я лично инвестирую, и больше всего супруга моя занимается, потому что я как профессиональный спортсмен не всегда успеваю время, но у меня, скажу, в спортивном клубе уже есть большое количество людей. Могу сказать, например, Дмитрий Малый, я ему передаю привет. Я знаю, что он увеличил свои доходы за прошлый год на 40%. Пока, как говорится, есть сила, я работаю в силовом режиме. Но в дальнейшем моя мечта, грубо говоря, сидеть дома, ничего не делать на диване и при этом зарабатывать вместе с Forex Trend. В течение года Федерация стронгменов провела 3 этапа чемпионата Украины, по итогам которых в финал попали 9 лучших. Они-то и боролись за звание самого сильного человека страны. Победителем в чемпионате Украины в абсолютной весовой категории и обладателем кубка компании Forex Trend стал самый сильный человек страны Александр Лашин. Сегодня проходил ежегодный турнир на звание сильнейшего человека Украины. Это звание за мной уже было 3 года. Вот я 4-й год подряд отстоял это звание. Forex Trend, конечно, большое спасибо о том, что они поддерживают наш вид спорта и вообще весь спорт в Украине, проводят соревнования. Я выступаю уже на 3-х соревнованиях на призы Forex Trend. Также я в Днепропетровске летом выиграл этап Кубка мира. Кубок получил Forex Trend. Поэтому очень благодарен этим людям, которые неравнодушны к нашему спорту. Участие в чемпионате мира в весовой категории 110 кг приняли 14 спортсменов из разных стран мира, в том числе 2 представителя Украины – Сергей Конюшок и Владимир Рекша. Атлеты соревновались в 7 упражнениях. Победителем в этой номинации стал Сергей Конюшок.
Організаційну підтримку чемпіонату України зі стромбена та чемпіонату світу зі стромбена 110 кг. Почесно відзначається офіційний партнер нашого сьогоднішнього змагання – компанія «Борекс Тренд». Соревнования прошли на высоком уровне. Все собравшиеся остались довольны организацией и участниками соревнований. Кроме того, спортсменам, которые выполняли нормативы, были присвоены спортивные разряды и звания. Компания Forex Trend вручила победителям и призерам соревнований инвестиционные сертификаты номиналом 1000 долларов. Forex Trend и впредь будет оказывать помощь спортсменам, так как Forex Trend – это выбор чемпионов.